Всем привет, дорогие подписчики! Вы смотрите канал «Видео из России» по-английскому «Видео from Russia». И спасибо вам, подписчики, что вы смотрите в моем канале YouTube, уже набрало 100 подписчиков. Это очень меня радует. Это место, улица вот этот Новороссийская, то есть. Я это знаю много раз, это место в Севастополе. Кстати, пишите комментарии, кто еще живет в Севастополе. Вот еще живет в Севастополе это Олег. Ну, я не знаю, кто такой вот этот, но просто он тоже живет в Севастополе, вот этот Олег. Мы его даже встретились. Но лицо моего друга не хотел мне, не хочу его показать просто. Он мечтал работать в моем помощнике съемки. Да, вот так вот, именно. Так, а что мы думаем? Так, нужно какие-то вопросы прочитать. Так, ваши вопросы будут, кто пишет из комментариев, кто пишет из группы ВК, все того. Так, читаем дальше. Так, прочитаем. Так, мне пишет Роман Шкилев. Поздравляю 100 подписчиков. Я его передам огромный привет его за то, что он поздравлял, что у меня там 100 подписчиков на моем канале. Мы очень старались, и там помощники съемки уже тоже поддержали вас, что мы уже долгое время, когда будет это 100 подписчиков. Но помощники съемки только 200 или 160 подписчиков только. 160 подписчиков или 200 подписчиков могу показать помощники съемки, которые они сейчас же и делают. Но сразу не хочу объяснить, какой его голос вот этот, обычный. Так, что ты мне? Так, что там? Тут ходят еще троллейбусы, троллзы, мегаполисы, поэтому... Когда я вырасту, тогда я буду обычный блогер, который я снимаю из Российской Федерации. Пишите, где, в каком регионе вы находитесь. Когда у меня будет 200 или 300 подписчиков, тогда я могу создать этот сайт videofromrussian.ru или электронная почта. Могу и так, и того другое в электронной почте можно создать. Где вы можете прислать видео? Где вы можете прислать видео из какого-то региона? Но важно это. Запомните этого. Не надо присылать из какой-то страны. Вот, например, Украина, Грузия, Азербайджан, Япония, еще что-то. Япония, Корейская народная республика. Все того. Прислать видео, кто дружит с Российской Федерацией. Да, вот именно. Кто дружит с Россией. Вы можете прислать видео из Беларуси, Казахстана, Абхазия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Китай, все того. Киргизия даже есть. Узбекистан тоже. Если кто живет в столице в Ташкенте, тоже вы можете ссылку прислать, если я постараюсь создать сайт, который написан в виде fromrussian.ru. Это где вы можете прислать видео, и с помощью него могу выложить на YouTube. Но главное правило, в комментарии не писать ни матов. Матов не писать. А тут я удалю сообщение и все, ничего. Гадости, ничего не писать в комментарии. Так, чтобы не пропустить одно видео, ты должен, подписчик, подписаться на канал, потом оставить лайк, поставить колокольчик, чтобы ты не пропустил новое видео. И мы объясним про ваш ответ. Так, что это мы? Какие еще троллейбусы есть в Севастополе?
Ну, еще ходит ПАЗ, Павловский автозавод. Мы это всегда знаем. ПАЗик. В Республике Крыма есть ПАЗ Вектор, который... Вот эта черная, еще обычная версия ПАЗ Вектора. Так, что еще? В Республике Крыма всегда остались транспорты из украинского производства после Украины. Ну, я не хочу это снимать из Украины, поэтому... Нет, конечно, Украина мне нравится, но мне нельзя это снимать, просто Украину. Вы, ребята, выкладывайте свое, а не Россию. Чего он не повторяет украинскому идею? Мы обычными это знаем. Так, что это? Что это? Так, что мне написал этот Роман Шкилев? Так, отгадай вот этот, каких их, что там написано? А, отгадайте, какого из украинского производства? Да. В Севастополе только ходят УАЗ, ну, сейчас же. А еще раньше ЗИЛ-682 ходила. Но мне очень нравились старые машины советские. На завод имени Ленина. Пишите, как его переводится этот завод ЗИЛ. ЗИЛ, может. Так, что думаем? Так, еще раньше ходил ЮМЗ-2. Они еще появились в Керчь. В Керчь. Это за Крымском мостом где-то. В Керчь, вот это. Как его? ЮМЗ-2. Ну уже все, они уже умерли. Умерли этот. А Севастопольский вот этот, ну, ЮМЗ-2. А еще остались все троллейбусы ЛАЗы. Это как 10-51, 10-53 или 10-48, 20-32, 23-7, 20-36 и все того. В российском производстве только ходит Роза 52-6000 Мегаполис и Троза Оптима, который я вам и говорил. Троза Оптима. Пишите комментарии, из какого города вы ездили российские троллейбусы и какие еще. Вот в Подольске есть троллейбус Слобода. Слобода. Мне очень такие понравились эти. Ну, Слобода, они как зеленые. Мне это напоминает казанский троллейбус. Но по всем регионам можно узнать. Это очень мне нравится. Тут десятка еще ходит в последнее время. Мы очень рады, что вы набрали 100 подписчиков. Мне очень понравился. И вам желаю поздравления. Мне очень понравился. И я вас обижу. Я вообще люблю вас, подписчики. И еще подписчики. Еще один такой вопрос. Какие еще ссылка есть? Предлагаю посмотреть канал Видео из Тюменя. Это тот самый, который он тоже снимает больше меня. Но он нередко снимает автобусы и троллейбусы. Но блогер, который из Тюмени, попросил, чтобы него снять и выложить на Телеграм. И все, он прихватил и хотел попросить снятие из Республика Крыма. Снятие из Республика Крыма. Республика Крыма. Ну вот, и я его снял. Вот так вот. Чтобы увидеть канал Видео с Тюменя, переходите по ссылке в описании. Удачи вам! Так, продолжаем дальше. Из украинского производства. Это ЛАЗ в Севастополе. Богданы только в Ялте, Алуште, в Симферополе. Есть такие Богданы. Ну, когда я еще был в детстве, я видел Богданы на выставке в Крыму. Он один раз, последний раз, один раз поехал на 12-го. И он долгое время ехал. Так, какие еще? Так, хочу объяснить про депо вот этот. В депо в Севастополе. Депо улица Гарпищенко. Депо Камышовая. Депо Камышовая, да. Депо Камышовая.
Еще на конечной остановке всегда люди ждут вот этот новый троллейбус, вот этот, то есть ВМЗ «Авангард» 2020 год. Мне очень понравились ВМЗ «Авангард», мне очень понравились. Это очень мне нравились, это очень классный. Там можно зарядиться на телефоне, подключиться к Wi-Fi и все того. Но я тут обычный блогер, который я снимаю. Вот отлично. Я того и другое, я делаю вот этот видео. Так, еще прочитай еще один такой, одно вопрос. Почему ты наблюдал за мной? Вы что, издеваетесь? Мне написал какой-то подписчик. Гео, всем привет, с вами Максим и вот того. Ветер какой-то. Я не помню, как его называется. Но я не буду ставить его сердечко в комментариях. Потому что он сюда приехал и заснял вот этот. Ну, то есть, троллейбус, то есть. Я не знаю, что он такое сделал. Он просто наблюдал за мной, который я снимаю в последнее время. Кстати, у меня раньше... Вот тут роза. Раскрашен до зеленого цвета, Dreamwood. Но я тоже засню как-нибудь в следующий раз. Так. Так, а что-то я. Так, думаем дальше. Так, так, так. Так. Какие приложения есть, где пишет этот? То же самое. Ромашка Лев. Как ты используешь и как знаешь номера троллейбуса? Ну, я использую умный транспорт. Да, да, да. Умный транспорт. Что такое умный транспорт? Это умный транспорт, который вы можете находить, где находится транспорт. Да-да-да. Нажмете три раза вот эту обычную штучку, вы можете увидеть номера машины и все того, номера транспорта. Вот, например, номера троллейбуса и все того. Номера региона автобуса. Может и так может. Да не знаю, сколько время я это сделаю. Эта съемка заняется через 20 или 30 минут, даже не знаю. Я буду продолжать еще один вопрос читать. Так, читай дальше, так, прочитаем. Из ВК. Почему троллейбус Богдан Т-715 пострадал в ДТП? Ну да, он пострадал в ДТП, потому что КамАЗ его сбила сильно. Переходите по ссылке в описании моей группы ВК. И просмотрите, что это такое, что это за ДТП. Окей, продолжай дальше. Так, так, читаю дальше. Так, мне пишет это Данил Зобин. Так, что творился в Казахстане? Ну, в Казахстане произошла революция. 5 января 2022 года произошла очень атака на террористов. Которые напали на город Алматы. Я же говорил, что в Алматы бывает очень большая революция. Они нападали сильно, что они взрывали все того, машины подорвали, сбили кого-то еще один. Еще вестибюль подорвали в метрополитене. Кстати, в метро я в Алматы, я это знаю. Так, и продолжай дальше. Так. Еще пожгли вот этот администрация Алматы. Я это смотрел в телеке. В Казахстане продолжается очень большая атака. А сейчас уже Россия разгоняет это него. Новое восстановление сейчас уже все. Его не восстановить просто. Виноваты американцы люди, которые нападают на казахстанцев. Надеюсь, что в России американцы туда не придут. Они, Россия сильная, самая сильная страна в мире, да-да. Мы живем в полной безопасности. Мы это круто знаем. Мы очень долго делаем, чтобы вы не пропустили одно вопрос. Пишите комментарии и задавайте еще один вопрос. В комментарии я буду тоже отвечать про всех вопросов. Мы еще поговорим время приветов. Привет меня получает видео из Тюмена, Роман Шкилева, Олег Кончагина, Таня Морозова
Яна, которая живет на первом этаже, где я. Он тоже смотрит телеграм-канал. Кстати, переходите по ссылке в описании мой телеграм-канал. Там вы узнаете видео на моем канале. Продолжаем еще один такой вопрос. Так, еще передам привет еще. Передам привет еще Анна Шабалина, которая тоже с ним, тоже живет в Казани. Но она переехала в Тбилиси. Это его подруга из моего помощницы Вера Владимировна. Да. Не буду говорить про эту тайну. Так, думаем дальше. Как вы помните, что я редко снимаю Республика Крым, потому что у меня не было денег, чтобы сделал на съемку. Если у нас был деньги, тогда мы сделали очень уникальную съемку. Но помощники еще съемки, еще они работают. Поэтому лучше пока потихоньку поговорим. Еще один много вопросов. Так, думаем дальше. Еще один такое, что много раз время, во сколько время появится этот троллейбус, вот этот наша улица Новороссийская. Но тут ходят первые, десятка, десятка. Еще ходит десятка, 10К, первый. Все того. Очень уникальное. А вы сейчас обратите внимательно на... Вот, это здоровенная мечеть. Ну, кто последний раз жил в Севастополе, пишите, что это за мечеть. А тут я много раз не помню, как его. Аркиджами. Да, Аркиджами, да. Аркиджами, да. Но раньше он заброшка был в Советском Союзе, а теперь уже ремонтировали уже. Потом где-то в 14-х годах присоединили к Российской Федерации с Республикой Крымом. Они сделали очень шикарное окно и украшение внутри в Аркиджаме. Но какие еще важные вопросы, что кондуктор на троллейбусе Лазе Я 183 2036 запретил меня снимать, потому что у меня камера была. Но у меня не было скрытая камера. Просто я хотел скрытую камеру поставить. Обычно так. Это обычный отбор, который мы это сдаем. Мы обычно это делаем. Вот, много раз. Там еще люди еще проходят. Кстати, пишите комментарии, какие еще городов живет вот этот, ну, подписчик, кто живет. Вот, например, федеральное значение. Тут Москва, Севастополь, Санкт-Петербург и все того. Но в Сибири это не для меня. Это очень холодный континент Россия. Очень холодно, чем на Урале. Да, бывает такое, чем холодный материк на Урале. Это очень холодно. Тут еще авангард ходит. Кстати, авангарды появились в Краснодаре, Севастополе, Симферополе, Ялта, Керчь. Авангарды еще в Краснодаре, еще в Новороссийске, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, еще того. Кстати, в Волгограде я с девушкой хотел приехать сюда и поснимать это с девушкой. Зеус 682. Да, мне очень нравились такие из-за украинского производства. Что-то КамАЗ еще отъехал. Да уж. Мы редки работаем и много раз находим, где находится этот транспорт. Еще попробуем прогулку собрать. Мы так и думаем про прогулку. Да. Прогулка, да. Мы много раз знаем про прогулки. Мы очень долгое время это думаем. Очень долго. Мы говорили, что очень большая прогулка по Севастополю. Если у нас был гироскутер, тогда мы засняли с помощью гироскутера. Вот, могу показать Ленинский район. Вот.
Ленинский район. И могу увеличить, что там. Вот это главный музей, который я не помню. Пишите комментарии, кто еще живет в Севастополе. Какие еще важные вопросы есть? Еще один такой. Время приветов я объяснил. Время приветов я это сказал. Да, мне очень понравился жить в Республике Крым, потому что там все красиво, все в республике. Мне нравится жить в регионах, где республика. Да, да, да. Или регионы, какие-то областях, край. Обычно скрыто вот этот далеко. Ну, вам не видно из-за ветках. Ну, да, да, да. Да, очень. Из-за веток ничего не видно. Это уже заняло 20 минут. Поэтому... Мы уже долго сняли. Кстати, время приветов мы уже говорили, что вы запомнили просылку. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы не забывать новые видео. И все удачи дождаться новых видео из России. И главное, не забывайте про сайт. Всем пока. Или то есть до свидания. И мы продолжаем эту съемку. Какое-то нибудь сообщение от ВК, пишите. Я прочитаю вопросов еще один в следующее видео. А это все. Все удачи и удачи вам дождаться 200 подписчиков.